В мэрии Магадана прошел съезд совета глав муниципальных образований. Обсудили злободневные темы. Один из вопросов коснулся ритуальных услуг. Учреждение «Ритуал» предоставляет такие услуги, как оформление документов, погребение, гроб, катафалк. Стоимость за одно захоронение – 26 тысяч рублей. Согласно федеральному закону, возмещают более 40%. В рамках муниципального задания субсидия из местного бюджета учреждению «Ритуал» составила более 50 миллионов рублей. Плановое количество захоронений на этот год предусмотрено 1012 захоронений. Тем не менее, эта цифра уже превышена, и ожидаемое исполнение за 2021 год составит 1271 захоронение. На сегодняшний день уже произведено захоронение 1215. На территории Магадана находится 4 кладбища. Больше всего захоронений на основном, в районе 14 километра. Там 33 тысячи могил. Тем не менее, федеральным законом о погребении предусмотрено 3 способа захоронения. Это предание земле, огню и воде. К сожалению, в Магадане реализуется только один способ – это предание земле. Кроме того, количество мест на кладбище сокращается с каждым годом. В этом году заключили контракт на проектирование нового, готовя документацию.